В Актау состоялась презентация проекта «Бишандо зе Шара», посвященного 110-летию первой казахской профессиональной танцовщицы Шары Жиенкуловой, сообщает Центр общественных коммуникаций. На праздничном мероприятии прошел областной отборочный этап первого республиканского конкурса хореографов «Камажай». В качестве почетных гостей были приглашены ученица Жиенкуловой, народная артистка Казахстана Гульжан Талпакова, отличник культуры города Алматы Гайникамал Бисенова, заслуженная артистка Аркад Тойган Изим из столицы, председатель общества хореографов Казахстана Еркебулан Агимбаев, балетмейстер театра танца НАС Хадиша Агимбаева, профессор Национальной академии хореографов Айгуль Кульбекова. В мероприятии приняли участие танцевальные коллективы со всего региона. В фойе Дома дружбы для жителей и гостей города была организована тематическая выездная выставка, посвященная жизни и творчеству Шары Жиенкуловой. Шара Жиенкулова – народная артистка страны, танцовщица. Она исполняла народные танцы в музыкальной драме Мухтара Уэзова «Айман Шолпан», в операх Евгения Брусиловского «Кызжибек» и «Ертарган». Она является автором таких танцев, как «Айжан Кыз», «Тәттімбет», «Кырық Кыз». Для того, чтобы придумать эти танцы, Жиенкулова много путешествовала по казахской степи в поисках элементов казахского самобытного танца. Мы гордимся легендой казахской хореографии.